Дмитрий, добрый вечер. Сегодня состоялся чемпионат Эстонии по кикбоксингу. Как ты доволен результатами твоих подопечных? Добрый вечер. У нас была объединенная команда с армовскими ребятами. Значит, ну, результатами мы довольны, потому что у нас в этот раз выступали молодые спортсмены, которые не имели опыта. В этот раз мы заняли золотых медалей. Вот. Ну, остальные серебряные, бронзовые выступили неплохо. Все дрались очень хорошо, получили опыт. Я думаю, в следующий раз выступит намного лучше. А какие будут следующие соревнования? Ты уже в курсе? Ну, мы пока думаем, на каких соревнованиях участвовать, потому что соревнований много. Вот. Я думаю, что будем готовиться к следующему чемпионату Эстонии. А каких спортсменов ты хотел бы особенно выделить из сегодняшнего соревнования? Ну, неплохо дрались сармовские ребята, молодцы. Дрался неплохо Петров, выглядел хорошо. Киму хорошо дрался, тоже чуть-чуть не хватило, очень сильный соперник. Вот. Ну, в принципе, молодежь тоже проявила себя. Женя, Влад очень неплохо выглядели для первого раза. Хорошо. Георгий молодец. Выиграл первый бой, но в финале противостоял ему очень сильный соперник. Учесть, что Георгий 3 месяца занимается, но это очень хороший результат. Вот. В принципе, я доволен всеми. Те, кто даже проиграли в финале, я думаю, что ничего страшного, они получили опыт. И на следующих соревнованиях будут очень хорошо выступать. А тем ребятам, которые заняли 2-3 места, что бы ты посоветовал для того, чтобы получить 1-е место в следующих соревнованиях? Я бы посоветовал больше заниматься, тренироваться, ходить на тренировки, потому что практика показывает, что те, кто ребята, кто регулярно ходит, тренируются, они, как правило, всегда выигрывают. Те, кто ходят очень редко, они очень часто проигрывают. Потому что примеров очень много. Поэтому, если ты хочешь выиграть, надо заниматься, тренироваться, пахать. Тогда будешь выигрывать. Если ты сачкуешь, ты обманываешь сам себя, соответственно, результат твой будет не очень хороший. Что ж, большое спасибо. Мы еще раз поздравляем Эстонскую академию кикбоксинга. И тебе, как тренеру, желаем творческих успехов и много спортсменов, которые будут участвовать в дальнейших боях. И, конечно же, успешного выступления всем спортсменам Яко. Спасибо большое.